В Зеленодольске прошла спецоперация по спасению бобра. Животное средь бела дня плескалось в луже возле одного из вузов. Преподаватели решили вызвать спасателей. Как выяснилось, не зря. Зверек мог запросто погибнуть. Поймать его удалось не сразу. Чтобы заманить юркого гостя в сети, потребовался час. Ведь заниматься этим пришлось впервые. Тем не менее, все кончилось благополучно. Грызуна выпустили на берегу Волги.